слушаю вас. Ну, что-то подсказать? Пока мест не надо. Нет. Если будет придираться к груди или допустим. Инспектор ничего не нарушает тем, что переходит шестиполосное движение во время дежурства. На работе. А? Он на работе. Ну, так вы же должны нести дежурство в попутном направлении, а не бежать через дорогу. Два раза подряд. Просто остановить, проверить документы и все. А вот вам не нужна помощь, понятые свидетели. Пока мест нет. Пока мест нет? Нет. Все сотрудники задерживают, и девушка на все подружит. Нет. Автомобиль стоит. Какие дополнительные действия? Сейчас вы, наверное, пойдете с дороги. Нет, я узнаю дальше по базе, да. Именно этот автомобиль? Да. Вот интересно, вот один сотрудник ГАИ, а вот второй. Кто обеспечивает вот охрану этому сотруднику ГАИ? Они же должны один другого прикрывать. Так, объясните, чего ждет, чтобы девушка знала. Часто у руководства есть телефоны руководителей других служб. То есть начальник ГИСа. Ваш номер. Виктор Николаевич. Дома ее поставите и сами едете на спектакль. Да. А потом берете у них постановление туда. И потом ездите. Да. Исполнительная служба. А это вот адрес. Адрес я сам его не знаю. Генерала Петрова. Напишите, как называется. Ну все, девушка свободна, да? Да, конечно. Видите, отлично.
Вот что, видно этот включенный спецсигнал, который заклеили черной лентой.